Второй этаж галереи по Дану. Что только не дарили премьер-министру. И чашечки, и скляночки, и синие квадратики, и вазочки. И еще один кувшинчик. И куча картиночек всяких разных. Картинки. И срезанный ствол дерева. И куча разных прекрасных наград, которые можно развесить на себя и ходить как новогодняя елка. И пушечку, и чашечки. Ну вот хоть что-то толковое ему подарили. Корабли. Модели кораблей. Это еще не все, из наборов, видимо, Амати они их стругали. Ничего себе, какой непонятный корабль. Задумчивых товарищей деревянных тоже подарили. Какой-то деревянный. Шахматы. Звоночечки. Можно знаете, как поступить? Сегодня идем, скажем, в город, да? А завтра у нас стояли сутенки и на сетка лошадь. Вот и вся галерея. Волшебная надпись. Welcome. Что там такое? Там кивуар. Выход? Да, стрелка, да. Ну, вы товарища предупредите, ну за что мы на другой стороне выйдем. А то станет бесплатного Wi-Fi. Кстати, вон он. Товарищ, выход в другой стороне. Андрей, пока, мы пошли. Давай, давай, догоняй. Кельвар. Картинки. Фотографии. Картинки. Ну... И мы чудесным образом оказываемся на первом этаже. На первом этаже хорошо и светло. Привет! Он уже догадался. Хитрый замысел наш.